Российские военные заполучили трофейную технику НАТО. Однако вряд ли Россия сможет разведать секреты западного вооружения, ведь все ценное с него сняли еще до отправки на Украину. Об этом пишет 45. Специально для посетителей канала «Правый берег» мы представляем пересказ публикации. Как отметило американское издание, российские войска сумели не только уничтожить десятки современных западных бронемашин ВСУ, но и захватить несколько уцелевших единиц техники. Теоретически, заполучив натовское вооружение, Россия могла бы разведать все секреты западных образцов. Потеря западной бронетехники поднимает важный вопрос разведки. Могут ли российские солдаты и разработчики оружия изучить встроенные технологии, электронику, прицелы и композитные брони, выведенных из строя транспортных средств, говорится в публикации. 45 считает, что при разборе трофейной западной техники Российскую Федерацию ждет неприятный сюрприз. Все передовые технологии, которыми славится вооружение НАТО, были демонтированы еще до отправки на Украину. Даже своим союзникам и партнерам западные страны продают оружие, сильно отличающееся от оригинального. Например, Штаты продавали танки «Абрамс» своим союзникам. Эти машины сильно отличались от тех, которыми вооружены вооруженные силы Соединенных Штатов. Они оснащались другой электроникой, прицелами, вычислительной техникой и датчиками. Таким образом, Пентагон защищал свои секреты, дающие американцам преимущество. Добавляется в материале.